поздравляю вас с победой. Домашнюю уверенно 3-1. Взяли реванш над Тулой. Какие задачи ставятся на вообще на домашний мини-турнир и какие заготовки уже на следующий матч? Спасибо большое за победу. Ну, задача, конечно, всегда выигрывать стоит. В этом турнире домашнем обязательно нужно выиграть 3 игры. Первая уже удалась, 2 осталось. Хочу поблагодарить команду, конечно. Все сегодня работали, свою команду, естественно. Вот. Команда соперников, конечно, удивила своим хамством. Не футбольным, как бы человеческим, индивидуальным. Очень ребята удивили. Ну а так, спасибо большое всем за турнир. Конечно, отличный турнир. Вот. Что помогло забить сегодня вам 2 мяча? Партнеры, конечно. Партнеры помогли. Заработал штрафной Айко. Я реализовал. И также он получилось пенальти. Хорошо меня вывели. Заработал. Вот. И реализовал. Все, спасибо вам. Удачи на следующих играх.